только. Я считаю, что людям надо больше как бы иметь занятости, чтобы говорить что-то о других. Угу. Плохое. Ну, я бы, например, лично для себя бы не сказала бы ничего со спиной человека, то, что я не сказала бы ему в лицо. Это помогает жить. Это, для наверное, себя. Да. 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 Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам.